Вода живая, звенящая. Фу. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Я об этом мечтал последний год. Я мечтал об этом, чтобы найти купель православную. И вот она. Представляете? Покровская церковь в селе Жестылево. Очень красивая. Церковное сооружение, храм. Ну, предположу, что 16 или 17 век. Красоты, красоты. Сей источник освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Оказывается, еще источник есть освященный. Давайте пройдем к источнику по такой лесенке. Не, вообще ничего подобного не знал я, что у нас в селе Жестылево существует еще такая дорога, такой источник. Друзья, это вообще это сегодня Россия позволила мне, деду Шурави, прикоснуться немножко к таинствам своим. Сейчас посмотрим, а что это за источник. Может быть, даже можно искупаться там. Но это была бы вообще фантастика, если можно там искупаться. Никого нет, ребят. Только мы тут сегодня. Вообще красота, конечно. Вода, где-то там должна быть вода, ребят. Сейчас я вам покажу и расскажу. Ребят, во имя Отца и Сына, Святаго Духа, воистину, в общем, нашли купель. И действительно, здесь вот идет, вытекает вода, вот видно течение воды. Сейчас дед Шурави будет купаться здесь. Но, ребят, ну, видимо, я делаю, наверное, правильно что-то в своей жизни, если у меня сегодня ноги. Бог наш православный, Иисус Христос, привел вот в эту купель. Никого нету абсолютно. Я еще буду купаться, ребят. Это просто фантастика. Непостижимо. Только если вы помните, что я 2 дня назад буквально, ну, даже вчера переживал, что я должен снова обливаться холодной водой, что немножко организм нужно привести в порядок, что поднастроить нужно. И вот мне Бог провидение, ангел мой, дает вот такую купель. Представляете, я сейчас просто здесь разденусь. Но не буду вас шокировать, да, в общем. Так, крючки есть, у меня крючков нету. Не буду раздеваться до нога, как говорится. Разденусь сейчас. Вот крючки, ничего себе. И сейчас буду купаться. Ребят, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во славу воздушно-десантных войск. Просто я думал, что у нас купель только есть под Сергием Посадом. Туда надо ехать, у меня автомобиля нет. Я просто туда не доеду. И там очень много паломников. А здесь такая же благодатная купель и освященная. И, ребят, никого нету вообще. То есть сейчас все будет. А я еще переживал, что в прошлом году и в этом не удалось ездить в Сергиев Посадскую купель и искупаться. Ну, пожалуйста, вот. Ангел все дает. Только попроси, как говорится. Так, ребята. Очень холодная вода. Но это купель. Ёлки-палки, ноги уже сводит. Ребята. Фу. Вот это да. Сейчас, пацаны, сейчас. Ой. Очень холодно. Фу, о чем я мечтал. Ребят, не для всех
Ну вообще всем надо, всем, пацаны. Слава России! Храни, храни Бог русскую землю, русского человека. Сейчас еще два раза пойду. Фу. Ой. Парни, не представляете, не представляете, как классно. Сейчас еще пойду. Фу, это просто блаженство. Ой. Но сделали людям. Представляете, какое добро сделали людям. Вот снова скажу сегодня. Вот Советский Союз, да, кто-то любит, вспоминает. Но разве советские руководители, вот эти партийные деятели, они делали людям вот это, православным людям? Нет, они запрещали нам. Они все это нам запрещали. Они говорили, что православной веры нет, она есть. Только через православную веру возможно возрождение России. По-другому не получится ничего. Ничего не получится. Только так. Второй раз. Как второй прыжок с парашютом, ребят. Ой. Вода живая, звенящая. Фу. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Ой, елки-палки. Ой, глаза вот здесь опять. Переносится, холодно очень. И ноги вот здесь все свело полностью ноги. Но третий раз обязательно, Бог Троицу любит. Вот здесь все красное стало. Ноги сразу тонкие стали. Капилляры работают на 100%. Фу, ребята, ну это вообще, конечно. Парни молодые, давайте тоже сюда не филоньте. Это для вас сделано специально, чтобы здоровье было у русских людей. Все сделано для вас. Нашли, главное, вы источник, ребят, нашли источник. И не купайтесь, быстро раздеваемся купаться. Командир сказал, давайте купаться будем. Ой, все деревянное, все теплое. Тепло все. Я об этом мечтал последний год. Я мечтал об этом, чтобы найти купель православную. И вот она, представляете? И все из-за того, что мы сегодня предприняли путешествие к Виктору Николаевичу Ортману, моему другу. Вот все, вот и дорога привела. Но была развилка, мы хотели уйти обратно на автобус и не пойти в Жестылёв. Все-таки пошли. Вообще, провидение. Все, поехали. Третий раз. Я всегда три раза иду. Немножко легче стало, чуть-чуть. Господи, слушай. Ой-ой-ой, парни. Ай-яй-яй. Ой. Ёлки-палки. А! Теперь все, лицо замерзло. Все. Ой. Сейчас отойдет, все будет классно. С нами Бог. Фу. Все, ребят, в общем, не отходите от православной веры. Спокойно, каждый придет к Богу. Все нормально. Каждый из нас придет к Богу. Все, всем здоровья, всем здравия, ребят. Обнял, парни, ребят, девчонки, всех обнял.